Добрый день, Йонас. Закончились, улеглись страсти вокруг турнира Эвиконас Кап 2014. И хочется более подробно узнать, какая ситуация на сегодняшний день в городе Висагинас. Когда заканчивается реконструкция городского стадиона? Да, заканчивается зимний сезон. Футзал у нас. Сегодня большой праздник. Красивый финал порадовал болельщиков, зрителей и организаторов. Но жизнь продолжается, и мы думаем уже о летнем сезоне, о большом футболе. В этом году планируем, сейчас готовим заявку на вторую лигу висагинской команды, она так и будет называться, Висагинес. Но нам, конечно, мешает этот сезон стадион. Там полностью идет ремонт, мы ждем в ноябре, под ключ нам сдадут два поля, один натуральный газон остается, с новыми по трибунной помещением, новыми дорожками. Будет крыша над центральной трибуной и полностью обновленный запасной стадион, где будет постелено искусственное покрытие хороших стандартов. И практически мы сможем круглый год без грязи, без особых вод, чисто работать на этом запасном поле. Тренироваться смогут все команды, играть от основной команды до всех детских команд. Конечно, смогут там работать и любители, и ветеранские команды. А как планирует самоуправление? Платное будет участие? Могут бесплатно играть люди на этом поле или нет? Как я перечислил основные команды, то, что у нас спортцентровские, детские все команды, у нас и репрезентационная команда городская будет, и ветеранская команда, которая будет также представлять город. С этими командами у нас будет отдельный рабочий разговор. И, думаю, пользоваться будет бесплатно стадионом. Любители, конечно, будут заходить за определенную умеренную плату. Потому что стадион – это дорогущее сооружение. И у самоуправления больших денег на содержание этого объекта точно нету. Поэтому уж не в защите. Какие-то копейки в складч надо будет платить. Вы упомянули слово «репрезентационная команда города Висагинас». Можете рассказать поподробнее об этом? Я озвучил репрезентационную команду. Это как первая команда, которая будет комплектоваться на вторую лигу. И я думаю, что мы с этого сезона начнем уже путь вверх с окружных соревнований, с вечных чемпионов округа на вторую лигу. И думаем, за 2-3 сезона мы должны выйти в первую лигу. То есть в ту лигу, где мы и раньше играли долгое время. Эта команда и будет представлять наш город. А предусмотрены ли финансовые средства в бюджете самоуправления на эти цели? Хороший вопрос. У нас на эти цели минимальные средства, только платить основные платежи. И будем искать людей в городе, предпринимателей, которые смогут нам помочь содержать эту команду. Но этот сезон – это перестрелка. Никаких особых спортивных результатов мы от команды не ждем. Мы ждем, чтобы эта команда вработалась в рабочий режим, чтобы наработала схемы, чтобы молодой тренер с этой командой свыкся и начал работать. И вот эти задачи мы должны выполнить в этом сезоне. Основные средства, как я понимаю, это аренда автобуса, стартовый взнос, форма. Ну и минимальные суточные для команды. Да, и это все пока еще ложится на плечи бюджета. Пока еще мы не имеем ни одного спонсора команды, но надеюсь, что еще у нас пару месяцев есть для того, чтобы переговорить с серьезными людьми. Это небольшие деньги будут. Будем надеяться, найдем. Спасибо за интересное интервью.